Всех приветствую, друзья. Хочу обратиться непосредственно к людям, ко всем неравнодушным. О помощи. Есть у меня нужда финансовая. Вот. Так как за квартиру платить мне нечем. Ни за коммуналку, ни за съем, ни на продукты питания нету денег, ни на лекарства нету. В общем, как-то вот так вот. Почему зарплату не могу получить? Потому что когда меня на службу взяли под правильной фамилией, с фамилией Полетаев, меня там перепутали, фамилию мою, написали меня Полетаем. Я уже получил паспорт, поехал туда. Но менять мою фамилию с неправильной на правильную сильно никто не спешит. Вот. Поэтому хочу обратиться ко всем неравнодушным людям. Убедительная просьба к вам. Молва такая. Услышьте меня, пожалуйста. Всех, у кого есть какая-либо возможность помочь мне финансово, я буду очень благодарен и признателен.